В душе еврейского народа навсегда остался страх после того, что случилось на горе Мориа. Страх перед Богом — это начало мудрости. И если боишься Бога, то боишься всего остального. Евреи только и умеют, что бояться и жертвовать собой. А ты вообще-то веришь в Бога? Я единственный, кто верит по-настоящему. Я вижу в нем сумасшедшего, жадного до власти. И я должен поклоняться такому Богу? Никогда. Ави, попроси Рэбби Спрингера перевести Дэнни в другой класс. А ты? Если бы ты вышел из Египта, ты погиб бы в пустыне вместе с теми, кто поклонялся золотому тельцу. Тогда пусть он убьет меня прямо сейчас. Пусть раздавит, раз он такой тщеславный убийца. Ну давай. Дэниел. Дэниел Баллинг. Вернись.